ну, в городе нечем дышать. Куда же вы смотрите? Там запах гарит не только на улице, но и в подъездах, в квартирах, даже при закрытых окнах. Здорово было бы переселить сюда все правительство региона. К сожалению, там не вспоминают, для объективности ради надо было сначала мэрию вспомнить и всех чиновников, но вот сразу люди, значит, вспоминают нас с вами. А вы думаете, эти чиновники будут что-то решать? Они знают о том, что люди покипят и успокоятся. Может быть, ветер подует, может быть, поэтому разгоним гарь. А значит, властям нечего решать, не надо. До следующего очередного страшного случая. Мы все видим полное бездействие городской власти. Мы задыхаемся, они спокойно отдыхают обходные. Все службы игнорируют жалко. И еще одно, потому что это только малая часть, на самом деле, тех очень обостренных вопросов, которые звучат. Хотя я говорил о том, что и поставил на особый контроль целый ряд вопросов. Я говорил о том, что мы должны будем создать в каждом районе города Ульяновска должности главных экологов. Ну где вот в новом городе, в Заболском районе главный